Сын к отцу пришел и спросил сынишка, сможет ли творить добро маленький мальчишка. Папа бровь свою поднял, паренька взъерошил. Да, хоть ростом ты и мал, но вопрос хороший. Никогда не слышал я лучшего вопроса, а словами отвечать бесполезно просто. У меня секретов нет, надевай пальтишко. Я не просто дам совет, покажу, сынишка. Не научит разговор, не приблизит к цели. Делать добрые дела можно лишь на деле. Просьб и жалоб ты не жди, и не стой в сторонке. Помощь людям предложить можно и ребенку. Если чувствуешь в себе помогать желание, на людей вокруг себя обрати внимание. Когда видишь, что тяжел путь для человека, ты представь, как сам бы шел с грузом в гору эту. А представив, подойди, помоги другому. Надо к подвигу тебе быть всегда готовым. И способным надо быть многое исправить, когда нужен рядом быть и плечо подставить. Если нужным чем-то ты можешь поделиться, без сомнения предлагай, и добро свершится. А ненужное тебе очень, кстати, может в чьей-то стать другой судьбе нужным и хорошим. Если с трудностями ты справился блестяще, красота и рыцарь ты самый настоящий. Важно, сын, чтоб шел вперед, нос не задирал. Можешь не заметить тех, кто в беду попал. Можешь пропустить того, кто пониже будет. Помогать ведь хорошо всем на свете людям. Сделать чью-то жизнь светлей, избежать ошибки может детская рука, детская улыбка. Знаешь, друг мой, ведь не все могут прыгать смело. Этим людям помогать нам с тобой дело. Если к цели труден путь и кому-то сложно, просто руку протянь, вместе все возможно. Сразу весел человек, сразу он доволен. Но скажи же, правда, труд этот не огромен? Да, бывает, сын, и так, что помочь непросто. Утонул в своих делах или нету роста? Вот тогда не унывай, поддержи улыбкой и людей не оставляй. Свершишь ошибку. Можно помогать всегда, даже если занят. Улыбаться никогда, сердце не устанет. Человека поддержать даже крохи могут. Если будешь помогать, и тебе помогут.